Друзья, привет! Сегодня прямой эфир посвящен розыгрышу, который я проводила в своем клиентском чате про здоровье. И я не представилась, я Саитова Елена, представитель компании Siberian Wellness, консультант Siberian Wellness или Сибирское здоровье раньше называлась эта компания. И вот для участников чата, своего чата, я проводила розыгрыш, и героями наградой разыгрывала три вот этих хитовых продукта, которые сегодня получат счастливые обладатели, чей номерок выпадет. И расскажу немножко о трех продуктах. Друзья, я буду рада вашим лайкам, поддержите меня, потому что я немного волнуюсь, как всегда, да? Не часто выхожу в прямой эфир, выхожу крайне редко, но вот надо уже как-то потихоньку себя заставлять, стимулировать, поэтому я буду рада каждому вашему лайку и словам поддержки в комментариях. Расскажу немного о продуктах, которые будут сегодня тоже героями этого розыгрыша. Начну вот с этого бальзама. Это бальзам широкого спектра действия. Его еще называют отвсегошник, а так-то официально это бальзам корень. В его составе 16 дикорастущих трав из самого сердца Сибири. И древние знахари... верили, что, воздействуя на кожу, нормализуется работа всего организма. И вот этот принцип был взят за основу создания этого ароматно-вкусного, полезного, обалденного бальзама корень. И вот в его составе в первую очередь аромат чувствуется пихтового масла. Также здесь чебрец, хмель, донник белый, дягель, мята, мать и мачеха, экстракт чаги, крапива. Ну вот очень ценный бальзам, любимец клиентов. Я его тоже очень люблю, он у меня никогда дома не заканчивается, всегда есть. Очень часто я его использую после душа вечером как молочко для тела, и после этого сон... как у младенца. В общем, спишь ночью сном младенца. Вот всем рекомендую. Он стоит недорого, но ценность этого бальзама огромна. Я тут себе немножко шпаргалки, конечно же, подготовилась немножечко. Жду ваших лайков и комментариев. Следующий герой – это витамин D. Гипоаллергенный. В капельной форме. На экстра чистом масле МСТ. Ну, во флаконе 200 тысяч единиц витамина D. Его очень удобно принимать и взрослым, и детям. То есть можно высчитать свою дозу для покрытия дефицитов или для профилактики. То есть в зависимости, какая у вас задача. И, конечно же, о его пользе знают уже, мне кажется, все. Это иммунитет, и это антиэйдж-эффект, и красивая кожа. Это и здоровье костной системы. В общем, это витамин для всей семьи. И для детей, и для взрослых. И иммунотопс, сироп для иммунитета. Очень вкусный, полезный. В составе тоже только натуральные компоненты. Это сок концентрированный, яблочный, вишня, экстракт ромашки, чебреца, шиповника, малины, подорожника, витамин С. В общем, вкуснющий сиропчик. Я его, кстати, сама тоже люблю. С блинчиками, там, с сырниками. В общем, сама балуюсь иногда. Да, по 1-2 чайной ложки в день можно в воду, можно в чай, как морсик делать, да, давать деткам. Вот
такой замечательный продукт. Ну и вообще все три это просто хиты, которые должны быть в каждой семье. Ну что, у нас 30 номерков для участия и получится 3 победителя. И каждый из трех получит один из этих продуктов. Ну что, поехали? Я немножко тут технически еще ВКонтакте не знаю, как это делать, но приготовил еще один телефон, так что постараюсь, чтобы вам было видно. Вот определились победители. Я поздравляю, конечно же, рада за вас. И, друзья, приглашаю вас, кто еще не является частью моего, участником моего чата, приглашаю вас. Напишите мне, и вы будете добавлены в чат, где я делюсь информацией о продукции, делюсь отзывами, программами по решению каких-то проблем по здоровью, по красоте. Выкладываю регулярно выгодное предложение от компании, которая есть. Вот провожу розыгрыши, планирую проводить их регулярно. Так что пишите мне, и я вас добавлю в чат. И все, до новых встреч. Благодарю каждого за ваши лайки. Если вы поделитесь этим видео, то еще вам больше посылаю своих благодарных флюидов. И считаю, что ваша реакция – это, конечно же, между нами обмен энергиями. Я вам посылаю… Так. И все, пока-пока, до новых встреч. И благодарю каждого за ваши лайки, комментарии, репосты, потому что это обмен энергиями между вами и мной. И, конечно же, я благодарю каждого. Все, всем пока.